понимаю, если ты не хочешь работать с каким-то подчиненным, и если ты работаешь, ну, как команда какая-то, то ты не можешь работать с подчиненным, который просто, правда, ты, у тебя лицо перекашивает, когда ты его видишь. И ты с ним не можешь работать, и все. Но с другой стороны, весь 20 век – это завоевание трудящих. Трудящие столько назавоевывали, в частности, тогда, например, я мог бы, если бы я был в министерстве, выгнать Аношку. А как я могу выгнать Аношку, когда у нее младенец на руках? Вот это как это? Алло, здравствуйте. Вам нравится такая? Анатолий. Да, Анатолий. Вы знаете, по поводу высказываний нашего министра финансов такая. Да. Его эмоциональная нестабильность. Не, пока вы министр финансов, я спрашиваю совершенно о другом, товарищи дорогие. Почему? Совершенно о другом спрошу. Неужели так, ну, в смысле, может быть, радио как-то запаздывает, да? Ну, радио не должно, интернет может запаздывать чуть-чуть. Интернет, может быть, запаздывает. В смысле, звук там качует. Значит, мы сейчас обсуждаем норму, которую внес президент. Мы вернемся к нему. Да, к его перспективам в оппозиции. Велела нам Моретто, и мы это сделаем. Но я сейчас о другом, ребят. Я спрашиваю, норма внесена, которая для силовиков, по крайней мере, увольнение в связи с утратой доверия. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.